в Зеленогорск на военную базу заедем, потом на Павлова да. военную базу заедем. Вара, не учи меня туда ехать. Ну что, Макс, я понял? Блять. Эту карту знаю, как своих перепасть. Ебать лаги, уже. Это ты про эту башню говорил, Паха? Да, с шаром, видишь? Да, про эту. Где мы? Поляне? Да. Поляна, поляна. Там можно было рюкзак найти, а ты не заехал. Иди ты в жопу, блядь, со своим рюкзаком. Все, зомбари отвалили. Кончается, кончается. Мы почти в горке, где вы, пацаны? Мы бежим, а где-то 1 километр остался. Услышите тачку, включите. Хм. Какую? Как может быть от Дубровки до горки 1 километр, ты мне скажи. Мы на половине расстояния. Вот указатель. В Дубровку бежите назад, назад бегите в Дубровку. Зачем? Зачем? Знаешь, что я сказал только что? Ты мне сказал, что от Дубровки до горки... Я говорю, нам до горки осталось 1 километр. С Дубровки мы выбежали уже. Уже выбежали, понимаешь? Дубровка, через дорогу перебежать, вот тебе и горка. Нет. Ну почти тут две дороги. Вот одна дорога, вторая. Мы куда бежим? Поляна или Березина, блядь? Нихуя не помню. У меня по карте сейчас направо, если бежать по дороге, горка будет. Боже, батька. Это мы. Пиздок, блядь. Садитесь. Тачка именно вообще огонь. А как садиться? Где? А, вижу. Сука. Я съесть не хуй. На ручку наведи. О, все. Да ты шо? Я ебал нахуй. А кто у нас водила? Я. О, Влад, ну ладно, у тебя права есть, я тебе верю. Да что-то я ему не доверяю, смотри, как он, блядь, едет. Пионер. Знаешь, что хочешь, чтобы тебя добавили? Да. Сармы 2DS очень сильно хочу, просто мечтаю. ДМР-ку, чтобы тебя добавили. Не, СВД. Я хочу СВД, я просто... ДМР. А ты что, забыл, как я с СВД раскидывал, блядь, на дейв-моде? Угу, меня крыса подошел сзади. Ты, наверное, с Пупхак там тот раз сыграл? Не. Я тупо стою, смотрю. А, он еще справа, видишь, Макс, тоже водонапорка такая. Тупо сижу, мне так тупо сзади так. Давай, слушайте, так. Тогда по Сурику лутайте, иди. Давай, тормози, стой, да тормози. Тормози, да. Давайте, тратопа. Давайте в ментовку. Так долго не задерживался. Сэр, так точно, сэр. О, на шарган патроны. На двухстволку, у кого двухстволка? У Макса. Да у меня. Максу дай. В тачке. В багаже. А это что за... Это я. Что за голый? А это понял, баха, я типа отключил. Водишь, голый. Тут два... Фларгун. Я, блядь, еще одну нашел хуйню. Мосина нашел. Мосинку? Смотри, налетели сразу. Ха, я патроны на мосинку. Блять, а где двухстволка делать, ебать? Пацаны, у кого-то есть патроны 7.62? Около ментуры ищу. Пацаны, у кого есть нитки? Нитки у кого есть? Нитки, пацаны, нитки. У меня. Неси сюда, быстрее. Нахуя? Давай быстрее сюда, неси. У меня две веревки есть. Мешок, ты есть план нашел? Мешок нашел, я себе рюкзак сделаю. Давай мне, короче, нитки, скинь. У меня две веревки есть. Давай сейчас скинь их.
Я вот стою возле тачки. Ты Влад в красной вот кепочке? Нет, да, я вот я с вот я с бандамой что-то скинул. Сейчас веревки давай, кидать, да? Да, скидывай. Раз. Нитки где-то тут скинул. Два. О, спасибо, пойду я себе рюкзак сделаю. Держи две. Тачка, тачка. Кто сел в нее? Да сука, Макс сел, вот так. Так сделано. Макс, вылазь в тачку. Вася, ты что, курточку нашел? Дай мне Мосину. Нахуй на тебе надо, еда. У меня патроны есть. Ты же на эту двухстулку проебал, короче. Идем, я тебе покажу, иди сюда. Ну, а чё веревку еще одну не взял? Это ставь, сейчас я все заберу. А, сюда, я понял. Сар, где ты нашел, блядь, этот свою, блядь, херню? Где ты Мосина нашел? Я вверху нашел. А, ну ща, я наверх. У кого топор, пацаны, у кого топор? Топор у кого, где? Топор, блин, у меня не топор. У меня был топор, потом в текстурах он у меня упал. У кого топор, ну, на самый верх, Влад, заходи, блядь. У меня нема. А что надо от топор? Рюкзак себе сделаю побольше. А, не, у меня открывашка есть. Тука, разрыв связи. Где-то тут должен быть. Вот тут вот, Влад, вот тут вот, блядь. Я понял, сейчас где-то должен быть. В иде, на самом верху? Нет. Никакого топора нету. У меня вообще гарный рюкзак, да, пацаны? Ага. Ну ничего, хуй. Короче, не могу. Что это винтовки, короче? Да это винтовки. Тихо, двухстволка лежит. Тихо. Я ее взял. Да это наш выкинул. Да я знаю, это патроны. На патроны двухстволку. Давай, иди сюда. Так, у меня нет двухстволки, вообще нет. Так, я сейчас тебе ее отдам, блядь. Есть на 7,62 патроны. Давай сюда, сюда давай. Сколько тебе надо бойцов, чтобы на. Сейчас тебе еще даже патроны скину. Макс, иди сюда. Бери. Кому надо патроны 9-миллиметровые? Бля, я нихуя не вижу, чего вы все, сука, дергаете. Да сзади тебя вон. И вон двухстволка, а ты мне Мосину давай сюда. Вон двухстволка. Сука. Да назад чуть вот отойди. Патроны на... У вас патроны на СКС есть, пацаны? Я не знаю, какие надо патроны на СКС. Сука, белым горит это Мосин, блядь. 5.56. 5.56? Ну. У меня... Влад, сука, ты точка 22, короче, потом 9-миллиметровый и 7.62. О, скинул. 7.62 давай, 7.62 давай. Так мне тоже не надо, я тоже ими стреляю. Пацаны, два прицела надо? Каких? Long range scope. А ну скинь. Бо я себе их не могу присобачить. Ой, ебать! Красавчик, ебать, я тебя люблю. Тоха, а ну еще один скинь. А ну еще один. Держи. Как перезарядить эту хайху? Пацаны, тачка, 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 валим, сука, валим. А, сука, лаги. Да все, он свалил. Ебать, у меня лаги. Пацаны, как перезарядить, сука? Я перезарядить хуйню эту не могу. Ну, R. Ну, R, сука. Блядь, он не перезаряжает. А кто это побежал? Короче, надо кому-то в тачке сесть, потому что сейчас какой-то кепка подбежит, стырит тачку, отвечаю. Давай, прохладись. Так подожди, у нас еще одного не хватает. Один он бежит. Вот, сука, говнарь. Ты, ты слышишь? Влад, ты два прицела взял? Да, 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 я два прицела взял. А, ну все, нормально. Потому что я думал, один, короче, у меня просрался. Слышишь, Бара? Слышишь, Бара? Бара. Бара. Бара, сука, говно, ты где? А где этот черт поехал? Где-то тут должен быть. Или дальше поехал, сейчас найдем его. Я думаю, он по прямой поехал. А что машина эта странно едет, блядь? Нормально, ну Влад же за рулем. Ты это, кислотник сегодня звонил его. Да? Да? Что он хотел? Да, говорил, что ты от него там что-то морозишься, ебать. Я от него? Ну.
Он мне что, звонит нахуй? Он мне вообще даже не звонил. Да он хотел, он сервер бара обрыв связи. Ой-ой-ой, пацаны ждет, значит. Да, он может, короче, блин, аж там где-то быть. Слышь, а что это, когда ты останавливаешь машину, да заправка? А это типа заправляет, но он нихуя не заправляет. Понятно, именно еврейский мод. О, так слышь, движуха хоть веселее, блин, играть, то мы с Максом вдвоем пока найдем друг друга. Ебай, а ты представляешь, когда нас собираются один на человек? Опа, у нас чувак с машины выпал. Это ж бара, его кикнуло. Ебать, Влад, ты опасно ездишь. Посмотри именно. Да не очкуй, Славик, ебать, сто раз так делал. Так это я именно понял, я от третьего лица смотрел, а сейчас я именно от первого смотрю, мы в кабриолете едем. Да, Макс? А вы от первого играете? Не, ну у меня именно капот чисто, блядь. Не, мне нравится от третьего играть. Посмотри, когда где-то за месяц лучше от первого. Не, ну это понятно. Так, ну иди наш боец. Ты ебать, ты красавчик, ты как раз, знаешь, что вот это топ-прицел, ты мне топ-прицел нашел на мосинку. Не знаю, Влад, я знаю, что я два прицела нашел, и мне они не подходят. А вот эта мосинка, это топ-снайперка. На это я уже знаю. Что за лаги, слышь, ты тупо оружие меняешь, короче. Ну. Так сейчас. И сейчас так же само, ты в руках тупо крутишь. Сейчас. О, сейчас нет. Слышь, у тебя что, два винтарика? У тебя что? Две пушки. На, СКС-коси тебе надо. Да не, я не про то. Я не мог никогда на себе их носить а просто. А почему не могу перезарядиться на эти, блядь, патроны, сука? Там... смотри, как две пушки. Лот АМО. Стой. АМО. Смотри, как я сейчас тебе объясняю, как делать. Да не заводи ты машину. Теперь выходи с тачки. Ты что, тупишь, блядь? Пацаны, Макс, приедьте, меня заберет. А где ты? На дороге? Мы и так в городе, мы тебя ждем, Бара. Я вернулся. А, давай, я короче, сука. Я короче, поеду, подождите. Давай, я сейчас поем и приду, окей? А, так ты надолго? Не-не-не, я не надолго, я на минут 5-7. А чё машина заведенная? Давай, ждите, сейчас. Да я вырос от всех снов, давай. Да я не тебе. Заглушим, Влад. Заглушим. О, все, Макс, не залазь туда. Я зарядил, ебать. Блин, мне надо 7,62 патроны. Короче, знаете, по тебе в ебу разок. Макс, у меня, конечно, много аптечек и бинтов, но лучше не надо. А оно тебе не поможет, короче, смотри, если он тебе попадает, у тебя шмотки ранят становятся. Посмотри, на каждой шмотке у тебя каждое что-то или пишет, или престиж, но это вон, я знаю, или... повреждение. Я, Влад, я же не совсем такой дурной. Я знаю, что это такое. Я понял. Я Влада захуяришь, и заберем у него снайперки, да. А хуй ты заберешь? Я ж тебя найду, Вася. Где ты меня, блядь, найдешь? Блин, мой черт опять хочет жрать. Я играю с картой и показываю, где люди находятся. Поверь мне, мне тебе будет не тяжело найти. Сейчас я прихаваю. Давайте лучше отбежим отсюда. А машина? Да хай стоит. И никто не свистит. А мы как раз будем за ней. Я пожру посреди поля. Слышишь, короче, смотри, Тоха, с чем ты будешь бегать? М-ка, калаш? Я без понятия, Влад. Я с Мосинки два раза всего стрелял. Ну с нее надо уметь стрелять. Я знаю. Я не знаю. Мне не знаю как-то, что Мосинка. Не, шо калаш, шо М-ка. Но я видел просто чувака, какой с М-кой валил. Ну там чувак валил нормально. Я тоже видел эту видюху, там ёбнутый. Угу. Макс, ты где? Нормально, жопа охраняет. Сейчас это, а где это турочек? Сейчас патроны на СКС, я тебе могу сейчас СКС скинуть.
А СКС тоже неплохо, он ее потом идут от калаша, она тоже неплохо раздает. Так а куда я дену этот свою? Блейз, а нахер он горит. Да? Ну для начала он пойдет. А так он гальмо. Ой, сука, в дерево, смотри, залез, ебать, заяц, сука. Так правильно делает. Надо эту лисицу подстрелить, блядь. Ты, сука, мудак, нахуй, я сейчас твоя девушка, я ей все нахуй расскажу про тебя. Я об твоей сейчас все, сука, расскажу, ебать. А что ты ей расскажешь? Кто расскажу, да? Ну-ну. Ты ж в курсе, Влад, что ты на YouTube сразу идешь? А ты что, видюху снимаешь? Я записываю уже вообще-то давно. Красавчик. Я тоже записываю, у меня тоже... А так... ты на бандикам записываешь? Да. А, ну красавчик, у меня тоже. Так что? Ты там повырезай голоса, окей? Шо-шо? Ты голоса хоть повырезай. Ну, голоса, где мы говорим, понял? Зачем? Я не клип снимаю, я буду стрим выкладывать на YouTube. Мне без разницы. Нихуя себе ты. Сейчас я приду. Макс, ты где? Что ты делаешь? М? Катаюсь, ебать. А, ты тачку отгоняешь? Как ее заглушить, ебать? Молодец. Так, как движуха, и вообще бегать, вообще огонь. О-о-о-о, не задави меня. Там Владича где-то сидит в кустиках, ты сотри на него жопой не наедь. Как ее заглушить или не надо ее глушить? Ну ты когда выходишь, она глушится. Все. Сделай себе хоть чуть-чуть звуков. А ты что замер? Да, сервак глючит жестко, конечно, блин. Влад, ты тут? Нет, он отошел. Да, я тут. А да, тут я уже. Тут, да, уже. Бара, заходишь? Бара. Да он же шхавать пошел. Не, ну он подошел уже. Ты для хреново знаешь чем, слышишь, Тоха? Просто нельзя как надо из моди дальность вымерять. Короче, раньше дальность на из моди можно было вымерять, класс. Только надо класс. Так приблизительно ставить. Класс, именно класс. Знаешь чё? Чё? Потому что у меня была винтовка в руках. Потом я нажал клавишу, чтобы бежать, и она у меня выпала. Только что? Угу. И все. В текстуры. Пойдем. Нет, а где ты бежал? Ну вот тут, в этом районе. Вот тут. Вот. Этот катает. Вот в этом районе, где я стою сейчас.
Да не, все, голяк не найдешь. Я так знаю, сколько хотел уже много чего понаходить. Прощание, Максим. Ты бы лучше помогал, а не катался. А что я вам помогу, если вы найти не можете, это случай. Не, я лучше бензин поджигаю. Да его тут нет, его. Куда ты уехал? Дай вернусь. На мою пушку. Давай СКС-ку тогда. Давай СКС. Ты ее выкинул? Да, вот она. Вот она. А патроны на нее какие? Как у калаша. Посмотри, там 7,62. Да. 7,62. Нет. А, на да. Всем что-то там такое. 50 что-то. Подожди. 7,62 на 39. А что значит чамбер, когда патроны на ствол наводишь? Чамбер? Да. Ну вот когда кидаешь на пушку неподходящие патроны к ней, оно тебе пишет чембер. А хера узнает, кто пробует. Все, я тут, пацаны. О, отлично, заходи, все. Да. Водила, я подавай машину. А что у меня вылетело? Я не знаю, что у меня вылетело. Вылетело. Да похуй. Тех челов не видели? Нет. А вот это походу чел, который меня подкидывал. Бара. Да? Так, да, все. Ну, стой, Макс, да, выходи. Макс, а ну назад отъедь. А ты, сука, говнарь. Это топор, блин. Я все рюкзак сделаю крутой. Садись. Ну, Макс, седай. Вот кто знает игру Dead Rising 2? Я только слышал про нее и все. Я тебе знаешь... говорю, охуенная игра. Знаешь про нее? Слышишь, что? Там охуенная игрушка. Я тебе потом видюху кину. Посмотришь. Она только 5 сентября выйдет. Ой, сентября. Да, сентября только 5 выйдет. Она в Стиме где-то опубликована 5 сентября. 90-го года. Стоит. Она будет стоить штуки 2, наверное, рублей. 22 бакса стоит. Макс, чё голову опустил? Я PlaySwipe, вот, я появился. О, отлично. Стой, дай мне все прогрузится. А ты побежал, блядь. Дай мне все прогрузится, мне машина даже не прогрузилась. У меня колеса квадратные. Ой, Макс, ты такой прям красавчик тут сидишь. Прям делать этот, понял? Тебе принтскрин. Я на картонах сижу, ебать, видишь? Да я... Ну, Влад такой серьезный, ну, за рулем. Сзади меня вообще в очках Терминатор сидит. Ой, сейчас, блядь, этот человек нас, сука, покатает. Пойдемте, нахуй. Слышишь, бар? Плохо нашел два прицела на мосинку восьмикратки, прикалываешься? Дай мне. Он сейчас скину, подожди. Ну когда выйдем. Ой-ой-ой. Кришни, ёбаный ты ездок, сука. Макс уже обосрался, останови машину. Не очкуйте, пацаны, не очкуйте, здесь машины не ломаются. Тут только шеи ломаются, да? Не, колеса можно прострелить. Слышишь это, мать? Ну? Меньше материся. Кто это? Ты что, стесняешься? Да это у него блин, как это слово? Неискоренимо. Я на колонках играю.
Так я сейчас как наговорю тебе тут. Мамка тебя сейчас быстро спать уложит. Да не, мамка на бой. Ну так и все, что ты паришься. Да он там не сам. Что? Он там не сам сидит. Че, пока до свидания. Ну хорошо, что машина четырехместная, а то... Да-да. На пиках. Не, я был... Фигово. Я был, короче, на горе. Там стоит этот... ретранслятор. Я там крас нашел. Мы с этим... Мы с пионером... В этом... На наших пабликах. О, пикап. Пикап. Это тот гаврик? Поехали, ну, к местным. Так, а чё, давай мы за тобой будем ехать просто на другой тачке, дай заберём. Да сиди уже. Да поехали. На одной тачке. Да на перегонки бы тут гоняли, ёбаный. Он бы просто, он просто... Он медленнее. Быстрее. Пикап? Нет, он быстрее, он быстрее. Пикап быстрее. Он на пару тонн быстрее. Знаете, чувака, он точно, здесь всегда машин много. Ой, что у меня так тачка с откатами едет, короче. А я откатываюсь. Лаги. Лаги. Угу. Та лажит жестко. Он сбивает зомбака. Зомбаря Ай. Ай-яй-яй, жалко. Надо его пойти перебинтовать. Кого перебинтовать? О, Тоха у нас плохо едет. Тоха будет медикаменты собирать. Что а говоришь? Сука, он же стоматолог. Да какая разница? Так будет медиком. Это мы где сейчас? Старый собор. Там был новый собор, старый. Я смотрю, тут зомбаков именно хватает. Да, ты не видел, что ты используешь. Да просто нас четверо. А в армии 20. Ой, еще одна пачка. Капец, как лажит. Она едет. Кто? Тачка едет. Да, тачка едет? Да, вон она едет. Да. За нами. За нами подумали. Стреляем, нет? Как? Да поехали. Давай, гони. Она, видишь, быстрее. Сейчас она быстрее. Да там какой-то пьяный за рулем. Она ждала. Так там один черт, по-моему, он в мотоциклетном шлеме даже. Он за нами едет. А, не, подожди, я не на таком пикапе катался. Я на другом катался. Что, где-то заезжай. И тут два. Два? Пацаны, меня походу выкинуло к ебеням. Пофиг, поехали. Догоним, сейчас вернемся назад за тобой. Слышь, Влад, короче, где-то тормози. Так я слышу, что я еду, короче, и пишет, о, ебать, еду нахуй. Ты тормози, Влад, где-то, этот, понял? И, короче, вылазим и... Тормози. Бред, вылазим и валим тормози. Его. Чтобы тормози. Он... Не, так надо, чтобы он тоже вышел. Подожди, он нас просто выходим, может раздавить всех. Не раздавит он. Валим. А у меня ж патронов на СКС-ку нету, что ж я валить буду? Стреляя. Блять, и меня выкинуло, сука! Пацаны, ждите меня, я сейчас перезайду. Не, все, у меня... Не у меня патронов нет. Он свалил. Да так... все, свалил, да, не прислал на мощь. На прицел, на прицел. Где он? Там он лежит. Вы убили пацана то или нет? Не знаю. Парень обычный. В тачку, пацаны. Так, подождите, я захожу. А, Макс даже голый на месте, он идет.
Вон он встал, я вижу его. Вали его на. О, стой. Стой. Стой, не тихо, сейчас меня. Вон он свалил. Вижу, сваливаю. Опа, меня опять выкинул. А, не, все, Макс упал. Опять выкинул армию. Да, задолбало, вот хорошо. Хорошо, что я вышел, бля. Опять я впереди хожу. Кончен. Там наши серверы не открылись, не? Не-не-не. Тут у нас вафелка стоит. Кто? Я шучу, шучу. Блин, я чё тут? Я один тут вообще стою. Я тут с тобой. А, тебя не выкинуло? Последний клунки играет, через колонки. Да. Еще кто? Я. У вас у двоих такой фон, я тебе отвечаю. Бешеное эхо. Не, пацаны, вы где? Вы где сейчас? На аэро. На каком? Большом, блядь. На каком? Ну сколько тут? Метров 200. 20 секунд. Давай ждем. Да нет, двустолка, что я сделаю? Кто стреляет? Вот вообще повторяется, не бесит на. Это три на зомбаря. А, ебать, зомбаря попал, я могу. Это ты стрелял? Пацаны, да? поставьте не на голосовой, а поставьте на кнопку, на клавишу, потому что у вас будет вообще. Барас, опа, я появился. Так со мной рукой играет. Где ты появился? Я точку вижу, вас не вижу. А, вон. А мы тебя видим. А вот вы стоите, вижу вас. Ой, вы пропали. Да вот мы. А вот вы появились. А где Макс? А где Макс? 10 секунд, Серёж, жди. Окей, садимся. Ты за зомбарь бежит, да? Да. Их Влад сагрил. А Макс, подожди, я пока буду зомбаря завалю. Где Макс? Please wait, блядь. О, все, Макс появился, вот. Всё, Макс. Да, вижу. Сука, конченый этот гандон. Его вольнули. Да то кепка обычный был. Похуй. Ебать, тачка никакая нахуй. А где вы все? Давай. Мы в машине уже. Давай садись, Макс. Не могу, у меня ничего не прогрузилось, блядь. С другой стороны. Да не, по-моему, у него текстуры не прогрузились. Какой тенник, не какой, вообще. Ебай, а туда смысла нету ехать. На аэродром? Нет. Направо поворачивай. Куда ты поехала? Выбор залутанный. Слышишь? Кто сказал? Я, сука, через оптику посмотрел, блядь. Да, хотя брюкзаки не дам, ты чё? А, ну, перестал давай. Уже давно. Ебать, она что-то не делает. На 100 просто тут слышали. Ебать, она своя. Блин, тут от вас эхо такое, пипец. Слышишь, Макс? Поставь на кнопку базар. Да. Правильно или нет? Ну так, выруби. Так лучше. Выруби.
А ну сейчас. О, все, нормально. О, Влад, так и тебя нормально слышно. Ну потому что эхо. Ну да, я же говорю, эхо пипец вообще. Давай, Влад, я за тобой бегу. Нет, уже нет. А, ну, нормально. От меня эхо идет? Нет. Нет. О, можно сапоги себе взять. О, так они лучше. Ну, казармы не залутанные. Смотри аккуратно, они залутанные. О, физраствор. Бери. Да у меня нет уже куда ложить его, у меня же рюкзак маленький. О, на шарган патроны. О, еще о, патрон. Короче, я нашел бинт. Они райны, они райны. А, нет, так патроны нормальные. На шотган. А. Кому шотган надо? Я патроны возьму, короче. Мне бери патрон на дробаш. Все, так. Только где кто? Кто на втором? Этаже. Ага, я понял. О, еще. Все, тут ничего нету, погнали отсюда. Все, Макс. Кто я рюкзак себе нашел? Я себе нашел. Я себе вояку нашел. Блин. Дайте мне что интересное. Отвечаю, я вояку нашел. Пацаны, дрим тут. Где? На втором? Нам кто-то приехал. Нам кто-то приехал, пацаны. Кто на тачке ездит? Никто. Тут дым стоит, вот. Слышу, тачку ездит. Да, кстати. Она заведенная. Макс, просто. Не на тачке. Макс, нет. Макс. Не понял. А да, что там такое? Ты на тачке катался? Нет, не катался я на тачке. Не понял, а что? Пацаны, нашей тачки нету. Нас тачку свистнули. Твою мать. Да ничего, главное, что доехали. Влад, ты где? Смотрю, где эти додики. В натуре, ты прикинь. Тут дым стоял только что. Ого, слышь, что ты именно берет такой нашел четкий. Едет. Едет сюда. Едет сюда. Кто в тачке сидит? Наш? Никогда. Да это Макс катается. Сука, долбоеб нахуй. Я отвечаю, я сейчас тебе еще чуть-чуть бы я тебя пулю в нахуй лоб засадил бы. Так, короче, что дальше лутаем? Сука, Максим, нахуй ты нахуй нас палишь, блядь, заебал, блядь. Сядь нахуй и сиди, блядь. Обосрались? Ты долбоёб просто, ещё б чуть-чуть бы ты, сука, отбежал бы сам бы пешком, отвечаю. Ты просто тупо нас палишь, вот и всё. Одна казарма, залутана одна половина казармы, а вторая... Не залутанная, вторая... Yes, я Дима, себе я нашел патроны. Рюкзак. А я патроны на СКС нашел. Мне нужны, дай мне, пожалуйста. Мне нужны. И я вам дам... Я по 10 патронов вам дам. Окей, сейчас, подожди, давай. Я большой рюкзак нашел, я поперемещаю все. Давай. Макс, ты, блядь, так не пались, это тебе, сука, не просто так. Сейчас бы кто-то увидел бы, нахуй, дым, и, сука, пришиб нам бы пизды дали. Сюда. А, слышите, пацаны, кому надо еще этот фонарик подствольный? Кто здесь? Кто в казарме? Я. Я? Ты да, с черным билетом. С билета черный, да, ты? Да. Дай мне патроны на СКС. Да. Ой, я к шарген выбрасываю. Да. Подожди. О, ты выбрасываешь? Да, тут патронов у него немерено лежит. Да и у меня патронов на шотган немерено. Это Максу надо, слышь? Макс. Где патроны СКС? Да вот, иди сюда, нахуй, на улицу, и байдам. Вот я здесь за тобой. Ты в синей шапке ты? Да нет, Влад в черном берете. Давай на улице, где ты на улице? Да вот, сука, я сижу, блядь, с Мосиной, ты что, слепой, нахуй? Максим. О. Что? На. У тебя шотган. Да, у меня, я же сказал, тут... бери патроны, блядь. Тут иди сюда. Сейчас, тут патронов... Подождите, я сейчас хавчик собираю. Тут патронов на шотган немерено.
Шо, можно аэро? Так шо, я без патронов. И без брони вообще, так, без сейчас никакой. Сейчас я тебе дам 10 патронов, иди сюда. Тоха, вот возле меня патроны 10. Это казарма залутанная. Ребята, я нашел физраствор, нужен? Бери. Блин, у меня уже места нашел, нету. Вот. Все, вот я взял. Патроны. Ого, а кто выкинул кофту, короче? Кто-то выкинул кофту, короче, там... Бинт на пистолет. Какую? Патроны. Тут кто-то кофту выкинул красную. О, потемнело, слышишь? Угу, да. А у меня светло. Где кофта? Ну, она лежит. Только я забрал все, тут вот остался. Где? В казарме? Побежали. Вот здесь вот. Тут зомбар бежит. Что, едем куда сейчас, слышишь? О, рюкзак военный. Давай мне сюда, где? Вот, Бэдли Дэнс. Вот. Кто стреляет? Я. Я зомбака валил. Где стреляете? Тоха, ты патроны не пали. Погнали. Давай. То я перетащу вещь. Моя, а у кого-то есть краска? Тоха, есть краска у тебя? Не. Ты хочешь покрасить этот, винтовку? Да, моченку, камуфляж. Все, погнали отсюда. Все, давай. На аэро, да, пацаны? Да я не знаю. Четвертый, где четвертый, пацаны? Четвертый. Да он. Где, где? Ну что, ты еду насобирал? Вот откатило. Откинул. У тебя что, бандана с черная? А, и черные штаны. Ах ты говнюк, тебе курточка только осталась. Да. Поехали. Стой, дай-ка я... Слышишь? Рюкзак военный, на сколько слотов? На 30, да, походу? Ну он меньше, чем этот здоровый у вас. Но не, я не понял. Палец, меньше палец. Надо всем вот этот военный. А вы класс убрались. На дорогу, он поехал, на дорогу, не туда поехал, на дорогу выезжай, на дорогу назад. Ладно, есть седой, пофиг. Вы нам хоть карту попоказываете. То, вообще в DS ни разу не играли вообще? Не, ну я неделю уже в него играю. У меня нет времени особо изучать местность. Мать! Да! Слушай. Максим, привет! Здрасте! Здрасте! Я тебя слово скреблю, когда увижу. А, тут Алина, это ты! Прикинь. Я думал, это мама твоя, Влад, прикинь. Так она на море, я тебе говорю. Так а Влад на море сидит. Я не знал, я думал, это Алина. Ой, мама твоя. Так вот. Это Малгай сидит. Да она меня прибьет, что она хочет? Ну хай наберет меня, поговорим. Тебе сказать, что я хочу? Я тебе скажу. При встрече только. Вообще не вопрос. Вася, тебе пизда. А ты Херсоня? Нет. Пиздит. Там он Херсоня. Херсоня. Че ты, Влад, контору взял и спалил? Плохо, привет. 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 Как бы Хаммер. Угу. Это бы Урал, бля. Говори. Так подожди, как его? Влад, там же Урал стоит на аэро. Кто стоит? Влад. Подожди секундочку. Да он бухает уже. Ну,
Письку дрочит, да. Да, бухай. Ой, бля. Пусть наберут кислотник, они точно сегодня забухают. Ой, рестарт, вылазим, пацаны, рестарт, вылазим, вылазим, рестарт, вылазим. Ну стой. Так он едет. Я не успел вылезти. Чё, теперь, пацаны, пеший пойдем. Я не успел вылезти вообще. Мы сейчас на этом, на выборе. Будем.